Иконы и мощи чудотворца святителя Спиридона Тримифонского прибыли в Басарабяску по благословению митрополита Владимира. По такому случаю в храме святого Николая Чудотворца прошел торжественный молебен. Его провел собор священнослужителей, который возглавил епископ Кагульский и Камрадский Анатолий. Сегодня в Басарабяской церкви находится десница святого Спиридона Тримифонского, та рука, которой он совершал чудеса, когда держал в руке кирпич. Когда он говорил во имя Господа, из кирпича поднимался огонь. Когда говорил во имя Сына Божьего, из кирпича текла вода. А когда говорил во имя Святого Духа, вместо кирпича в руке оставалась только глина. Это одно из чудес, которые совершал святой Спиридон, чудотворец Тримифонский. Для нас это большая благодать, что мы имеем возможность поклониться его мощам. Обращаясь в молитвах к этому святому, Бог дает верующим то, что они просят, но не всегда люди получают то, чего хотят. Это зависит от веры. Во время службы в церкви было очень людно. Прикоснуться к святыням, а также попросить Божьего угодника о помощи пришли десятки прихожан. Спасибо всем, кто организовал это, которые постарались привести эти мощи. Пусть эти мощи помогают всем семьям, как он помогал, всем людям, детям, чтобы были здоровы. Я думаю, если с верой мы приступим к этим мощам, то они обязательно нам помогут. Верю и надеюсь, что поможет нашей жизни. Будем просить здоровья, мира и благополучия. Это очень много значит на сегодняшний день. Мне кажется, что если молиться и просить у них здоровья, мира, то обязательно он будет. Я живу на Украине, сейчас там война, поэтому хочется, чтобы был мир. Икону и мощи святого Спиридона Тримифонского привезли в Басарабяску впервые. Здесь они находились всего одни сутки.